мошенник. Решите сами усмирить хулиганов. Делать это надо настойчиво, решительно и энергично. Если к вам кто-либо пристает в общественном транспорте, пытается оскорбить, допускает непристойные выражения, то лучше всего сменить свое место и обратиться к кондуктору или водителю. Во всем мире насилие ежегодно становится причиной смерти более 1,5 миллионов людей. По определению Всемирной организации здравоохранения, насилие – это преднамеренное, умышленное применение физической силы или власти, направленное против себя, против иного лица, группы лиц, с результатом которого являются, либо имеется высокая степень вероятности этого, телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонение в развитии или различного рода ущерб. Насилие может осуществляться как в отношении группы людей, так и в отношении одного человека. Сюда относится и насилие в семье. Насильник – это преступник, заставляющий человека что-то делать против его воли, оказывающий принудительное воздействие на кого-то, нарушающий чужую неприкосновенность. Каждые 40 секунд один человек сознательно кончает жизнь самоубийством. Каждый час 35 человек погибает в результате вооруженного конфликта. За последние 100 лет общее количество погибших в войнах и локальных конфликтах превысило 200 миллионов человек. Чтобы избежать насилия, необходимо, возвращаясь домой поздним вечером, сообщите об этом близким. Избегайте плохо освещенных улиц, глухих, безлюдных мест, лесопарковых зон, районов строек.
Если на вас напал грабитель и силы явно не в вашу пользу, лучше отдать ему кошелек, сумку, чем сражаться за нее, рискуя здоровьем и жизнью. Если вы задерживаетесь допоздна, попросите кого-то из близких проводить вас до дома или встретить у остановки метро, автобуса. Будьте осторожны и разборчивы в новых знакомствах. Не стоит никуда идти с незнакомцем. В заключение хочется особо подчеркнуть, что, конечно же, это далеко не все преступления. Но вы должны понимать, что прогнозирование экстремальных ситуаций криминогенного характера позволяет нам предотвратить опасность и своевременно подготовиться к встрече с ней. В подавляющем большинстве случаев люди поступали так или иначе, совершенно не представляя себе возможные последствия своих действий. То есть в условиях сложившейся ситуации, связанных с криминалом, не смогли принять правильные решения. Есть общие правила, которые будут актуальны при любых криминальных проявлениях. Необходимо уметь импровизировать, действовать нестандартно, чтобы сбить преступника с толку. Контролировать себя, не паниковать. Уметь преодолеть страх, чтобы мобилизовать все физические силы. Уметь различать опасности, действительные и мнимые. Уметь правильно оценивать людей, чтобы понимать, что от них можно ожидать. Быть независимым и самостоятельным, твердым и решительным, но уметь и подчиняться обстоятельствам, если это необходимо. Важно не падать духом и стремиться найти выход из положения даже тогда, когда кажется, что его нет. Используя для этого все возможные средства. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо сообщить в органы полиции. Оставшиеся сегодня безнаказанными преступники завтра могут совершить гораздо более тяжкие преступления. С позиции права любое поведение человека можно оценить. Если поведение, которое не поддается юридической оценке, юридически безразличным поведением, есть поведение, которое можно охарактеризовать с точки зрения правовых норм. В юридической науке такое поведение трактуется как правовое поведение. Правовое поведение – это поведение, находящееся в сфере правового регулирования, регламентированное нормами права и влекущее юридические последствия. Именно правовое поведение является юридическим фактом, который влечет за собой юридические последствия. За любое преступление. Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители и их законные представители, опекуны и попечители. Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также их отношения, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. Комиссии по делам несовершеннолетних могут применять следующие меры в отношении несовершеннолетних лиц. Обязать принести публичное или в иной форме извинения потерпевшему, вынести предупреждение, объявить выговор или строгий выговор, возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность возместить причиненный материальный ущерб, наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего самостоятельный заработок штраф, передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или общественных воспитателей, а также под наблюдение трудового коллектива или общественной организации. Передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу. Направить несовершеннолетнему в специальное лечебно-воспитательное учреждение.
Еще один вид ответственности – гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. Она наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и достоинству и так далее. Такая ответственность – это, как правило, денежное возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если причинен вред чьему-либо здоровью или оскорбление на чья-либо честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денежной суммы. Если виновному лицу нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный вред будут нести родители или опекуны. Если виновному лицу от 14 до 18 лет, он сам должен будет возместить ущерб своим имуществом или заработком. А если нет заработка или его недостаточно, возмещать будут родители или опекуны. В любых ситуациях, чрезвычайных и повседневных, берегите себя.